вместо песка. Бежит твоя кровь, отмеряя века. Ты чемпион, ты избранник судьбы. На конкурсе сперматозавра ты взял гран-при. А сколько твоих братьев и сестер пролетело мимо божественных створ. Их уже никогда не снимут в кино. Их имена не узнает никто. А ты чемпион, ты избранник судьбы. Друзья, я рад вас приветствовать. Ну вот у нас один комплект Denon SA1 отыграл уже, по-всякому, по-разному. На его смену встал комплект более правоверный, первый созданный Denon S1. CD-проигрыватель DSD S1 и усилитель PMA S1. Однозначно этот звук ближе к тому, что мне нравится. Вот, и я, в принципе, вчера включил, но вчера уже сил не было снять, поэтому съемочку немножко перенес. Здесь, конечно, подача совсем другая. Она больше подходит для джаза, для блюза, для музыки медленной, но более чувственной. То есть здесь больше уделено внимания средним и высоким частотам, то есть как бы такая летучесть появляется. Знаете, как бы фактически можно сказать, что этот комплект проигрыватель-усилитель с другой стороны раскрыл акустику Laudy HS90F. Вот, то есть бас стал, его стало гораздо меньше, он стал мягче, да, у него стало меньше артикуляции, но появилась по высоким какая-то вот такая вот деликатность, изысканность, что ли. То есть, видите, как можно, скажем, ошибочно сложить мнение о каком-то компоненте, встроенном в систему, не попытавшись его встроить в иную систему. То есть, вот, то есть, опять же, ну, я говорил, что эти колонки, они довольно универсальный. Вот, в принципе, этот комплект говорит об этом, ну, показывает нам, раскрывает эти возможности, что можно на эту акустику посмотреть и с другой стороны. То есть здесь она уже не такая басовитая, не такая нарочито напористая. Вот. Но, тем не менее, басовитость присутствует, но она такая мягенькая, легенькая. То есть, вот как мне больше нравится. Мне нравится такой более воздушный звук. Вот, и, конечно, у меня давно не было S1 усилителя, и сейчас включил, и я просто кайфую. То есть, ну, для тех, кто не знает, это усилитель, пожалуй, мой любимый интегральный усилитель. Я, в принципе, об этом всегда говорил, даже тогда, когда его и не было в наличии, имею в виду. И, включив его сейчас, я понимаю, почему. То есть, просто хочется слушать, то есть, он вовсе не лучший по всем параметрам, какие существуют, абсолютно нет. Тяжелую музыку он не сыграет, тяжелые колонки он не раскачает. Но лично для меня, с той акустикой, которую я предпочитаю, а вот именно это, например, вот FX9 Викторы, да, то есть это просто сказка, то есть это просто слушать и заслушаться. Значит, в данной связке в продаже будет усилитель. Усилитель буквально в идеальном состоянии. Я фотографии уже сделал, прежде чем поставить сверху. Видите, тут как бы другой возможности нет, да, то есть иначе как я сверху на сидюк не могу поставить ничего. Поэтому здесь в любом случае сидюк сверху. Вот, усилитель в идеальном состоянии, с книжечкой. Вот, к работе никаких нареканий, собственно. Поэтому это видео такое, ну, чуть-чуть о музыке, чуть-чуть о нем, чуть-чуть о впечатлениях. Вот. Заодно, думаю, что зацеплю вот Ямашку, переставил на нее MM-головку, так как S1 и SA1 не обладают MC-корректором. Ну, принципиальная позиция был, причем он даже до сих пор его можно купить. Вот, и у меня был
этот MC-трансформатор Denon AUS-1. Вот, соответственно, тем, кому надо MC-головку, берете трансформатор и пользуетесь, да, то есть, а средней руки MC-коррекцию ставить не стали в топовый аппарат, ну, чтобы не портить впечатление и не удорожать и так дорогую вещь. Вот. Смотрите, некоторые, не знаю, почитатели моего творчества или случайные гости говорят о том, что плохое качество звука в последних роликах. Ну, я не могу оценить это сам. То есть мне надо теперь послушать через наушники и самому оценить, то есть насколько это действительно так. То есть, может быть, это люди так вот восприняли, а может быть, действительно плохое качество. Но на это может влиять несколько факторов. Возможно, то, что я уронил телефон нехило, что-нибудь там тряханулось. Возможно, это связано с тем, что в последние разы я не выключаю связь, хотя обычно выключаю. Она тоже может накладывать свои помехи. Ну и не исключено то, что материал, который я оставил в последнее время, на самом деле он неплохо записан. Но, опять же, тут есть какой момент. Материал в доступе, да, то есть, если у вас есть такое желание вот прям выносить оценочное суждение, ну, возьмите этот материал из интернета, оцените, как он играет в исходнике, и тогда сравните уже с тем, что вы слышали на моей записи. Если на моей записи уж действительно говно, да, ну, значит, говно. Вот. Плюс ко всему прочему, с усилителем SA-1 и SA-1 CD-проигрывателем, ну и в том числе как бы с эзотериками, вот эта акустика была гипертрофирована басовито. Ну, то есть, прямо вот для басофилов. И это тоже накладывает свой отпечаток на запись, потому что микрофон телефона, он, ну, условно умный, да, и он, скажем так, закрывает. То есть, короче, если будет сильно громко, то есть, если какие-то подавляющие, ну, у него шумодав, грубо говоря, включается, да, то есть, если что-то выходит за границы диапазона, который он способен записать, то вот этот шумодав, он просто блокирует, и звук получается зажатый, как будто бы я рукой телефон закрываю. Ну, то есть, я это просто знаю, как бы, проверяя через программку, раньше делая, да. Но сейчас я этого не делаю, вот, и поэтому может так, что из-за этого качество записи пострадало. Возможно, это, опять же, субъективное суждение тех людей, которые так сказали. То есть, есть люди, которые так не говорили. Ну, возможно, кто не говорил, тому все равно. Я уж не знаю, как там было. Ну, в общем, дайте обратную связь на этот счет. Конечно, мне интересно. Я стараюсь, скажем так, подобрать и музыкальное сопровождение, чтобы оно как-то соответствовало настроению, которое мне хотелось бы передать в конкретном каком-то ролике, какой-то посыл, да, вот этот вот. И, конечно, я работаю над тем, чтобы, ну, это звучало качественно, пусть с теми инструментами, которыми я обладаю, но по возможности. Вот, то есть буду тоже от этой обратной связи принимать решение, то есть какую музыку включать, на какой громкости. Громкость имеет значение, то есть можно сделать потише и будет записано хорошо, сделать погромче, все, включится шамодав и сожрет всю запись. Так, ну это я уже болтовнёй занимаюсь. Значит, что, давайте сейчас у нас очень интересный диск, это вот такой вот антиквиз, но качество записи очень хорошее, то есть я не великий поклонник Крематория, ну разве что просто знаю существование этой группы, ну вот, до конца непонятно, то ли это сборник, в принципе, уже записанных, изданных композиции, либо это они заново переписали и за счет этого качество. Еще вот интересно вот это вот, ну понятно, что это подписи, да, и видно, что эти подписи сделаны маркерами. Я вот здесь вот даже попробовал чуть-чуть со слюной потереть, видно, что стирается.
То есть это живые подписи, и, ну, возможно, это подписи самих музыкантов. Та часть, так скажем, добавляет не стоимости, а ценности, как минимум. Держать в руках этот диск, слушать его и понимать, что вот музыканты отметились. Так, я хотел включить, у нас сейчас по балансу работает. Ты была той женщиной, которая не знала слова «нет». Ты была той женщиной, которая, глядя на свет, говорила о звездах, мечтая о том, как бы напиться скорей и упасть в тарелку лицом. Ты была той женщиной, которая любила врать. Ты была спать с первым, кто войдет в твою дверь. Либо купит много вина, либо прокатит тебя на своем авто. Но я любил тебя. Конкретно в моем случае с моей кабельной обвязкой по балансу звук такой более артикулированный, более правильный, можно сказать. По RCA чуть более смыленный. Ну, не критично, но чуть-чуть есть, это чувствуется. Вот. Но в целом, опять же, это можно свести к тому, что кабели не одной компании, соответственно, к характеру звучания кабелей как таковых. Так, сейчас переключим на фона. Так. Здесь у нас, напомню, только MM-корректор. Ну вот, примерно с 2 часов, ну, такое плюс-минус ощутимое шуршание. Но это довольно большая громкость. Да, кстати, я обещал показать проигрыватель. Раз уж такое дело, значит, проигрыватель по большому счету в отличном состоянии. От идеального состояния его отличает вот такая вот маленькая коцочка. Вот. Я его даже не мыл. Вот. Ну и не похоже, что его кто-то мыл. Видимо, он просто находился в хороших руках. Здесь силумин, ничего нигде не потресканный. Автостоп работает, мы это проверим. Крышка в отличном состоянии находится. Не затертая, не поломанная, ничего с ней. Все отлично. Ну, это у нас элечка, разумеется, коричневого цвета. Причем такой коричневый, видимо, ну, может от шпона, может от мастера, но разный. Вот та элечка, она чуть более такого янтарного цвета. Здесь такой потемнее, более шоколадный, что ли, цвет. Вот. Я попробую ее еще помыть, но я думаю, что вот так чуть-чуть я попробовал с уголка потереть. Ничего не меняется, то есть, видимо, это ее родной цвет, как есть. Головка здесь у нас сейчас ММ стоит. Ну, по большому счету, просто по остаточному принципу, то есть такая, какая есть, для проверки. Ну, она звук дает, конечно, но это не лучшая головка, что я слышал, определенно. Включу не сначала композиции, потому что эта композиция, концовка такая прям жирная. Подшоркивает в крайних положениях немножко баланс. Вот, ну, я этот вопрос уточню. То есть либо мастер не уделил внимания, либо уже резистивные поверхности немножко деградировали. Ну, опять же, в центральном положении и с адекватным смещением вот до середины, то есть вот 180 градусов эксплуатации без проблем.
только там уже на самых краях чуть подшоркивание. Хорошо звучит винил, конечно, здесь бы еще головку добавить, но достойно. И акустика хорошо с винилом работает, и фоноколлектор усилителя, и сам усилитель по концепции справляется. Вот. То есть плотненько так вот, живо. No place you can go. I understand your changes long before you reach the door. I know where you think you're going. I know what you came here for. And now I'm sick of joking. I like you to be free. Where did it get going? I think you better go with me. You say there is no reason, but you still find cause to doubt. Я думаю, что для общего понимания достаточно. Завершающий штрих. Покажу, как работает здесь автостоп. Поставим в конец. Вот. Смотрю, что забыл поставить клэмп. Ну, честно говоря, клэмп больше фетиша от этой вещи. Ну, возможно, я, конечно, не на том уровне понимания и подготовленности в плане настройки, чтобы чувствовать разницу. Ну, то есть, наверное, так, если пластинка не кривая, то, в общем-то, как бы без клэмпа нормально, да. Если пластинка кривая, ну, безусловно, клэмп дает свои плоды. Так, ждем. Ждем. Все, поехало. Смотрим сюда, сейчас вылетит птичка. Все, загорелась красная. То есть, видите, рычажок у нас опущен, но головка у нас поднята. То есть, там система зеркал, фотоэлемент, и он... Все, как только отводим, она выключается. Здесь также настраивается. Я до конца не могу вам рассказать, как вот эти циферки настраиваются. Но вот оно стоит на серединке. И оно работает. Диск при этом продолжает вращаться, то есть отключение мотора не происходит. Но я думаю, что это вообще не беда, потому что основная задача автостопа в том, чтобы иголка об яблоко не тратила свой ресурс. Вот. Эта задача выполняется. А то, что диск крутится, ну и пусть себе крутится. Вот. Ну что, благодарю вас за внимание. Вот. Жду от вас обратной связи по качеству, кто что думает, кроме тех, кто высказал свое мнение, что качество говно. Вот. Если вы считаете так же, говорите. Статистика есть статистика. То есть, чем больше, скажем так, обратной связи, тем более правильные цифры и понимание у меня будет, вот, что делать дальше.
Все, всего доброго, до новых встреч.